сегодня репетировали просто какие-то отдельные сцены, отдельные там синхроны, которые будут в спектакле. Спектакль, который называется «Шекспир». Собственно, когда меня спрашивают о сюжете, какой там сюжет, да, там нет, конечно, линейного сюжета никакого. То есть мы не будем следить за тем, что нам рассказывается какая-то история, хотя, безусловно, история это есть, да, она как бы нами придумана, она нами осмыслена как вместе с артистами. Это отбивка длинными фразами, я говорю. Вот ты, зритель, приходишь, знаешь уже какой-то сюжет, да? Ты знаешь, что Офелия там утонула, Гертруда отравилась, да? Шекспир нам дал столько много возможностей, не только линейных сюжетов, он дал много разных архетипов, да, с которыми мне тоже интересно работать. Во-первых, текста не так много, и мы больше так, на каком-то парадоксальном уровне к нему прикасаемся, больше его применяем с точки зрения, какой он дополнительный вкус дает сцене. Главный текст — это текст физический материал, да. Это спектакль ощущения, спектакль удовольствия, это спектакль проживания истории, телесной истории вместе с авторами. Самое главное — прийти и эти там полтора часа, два быть вместе. Для меня как бы вдохновение — это артист. И то его тело, то, как он увлекается, дружит с тем материалом, который он воспроизводит. Come and watch the artist. Типа, приходи, смотри на артиста. А в чем, где здесь Шекспир, а где здесь... Ну, мне кажется, там вообще на 100% Шекспир, потому что ты входишь в его вселенную прям полностью сразу. Да. Мы на самом деле ничего не придумывали, то есть мы просто брали, и это нас материал нес. Нам просто хочется пойти чуть дальше за персонажами и увидеть их, может быть, там, как они рождались, как они умирали, и, может быть, то, что нам Шекспир не оставил. Да, еще у нас очень крутой композитор, и вы потом будете обязательно саундтрек искать этого спектакля. Даже тот зритель, который не был никогда в Google-центре, придет на этот спектакль, ему обязательно, ну, будет интересно, возможно, что-то, что он, возможно, им там не было интересно до этого. Три корабля лавировали, да не было верования. Не было верования. Иван, здравствуйте. Здравствуйте. Русь, чего ты хочешь от меня?